Потом меня отдали. Ну да, так и быть. А отомщение света с кого падает? Там в драконьем погосте надо забирать его по квесту. Это Хансик, ребафни друидов, пожалуйста. Ну, предзабавы по друидам. Ну, наверное. Crazy Hunt. А, я не вижу, в кого на поле выпиля. Чё, Саура на каст, нахуй. Много джага хилит, это просто. Отличные новости, народ! Снова потекла. Только у тебя что, девушка появилась? У меня. Не у тебя? Ну, может, появится еще, не переживай. Сука. Все впереди, да? Ну. Но... Вот так и в ХМ-ке вы тоже, парни, сердца забиваете. Но, типа, у вас же отображение стоит ХП. Включите, нажмите кнопочку В. Будете видеть отображение маленьких мобов и будете сводить их. Чтобы не отвлекать на всякие мелочи и РЛ. Стрелку надо брать, это ДБ и мега стрелку. Надо кому-то. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе. Пока ивент идет, давайте кое-что сделаем. Блять, у нас ретрик же. Ну, кому надо, сначала роляйте. У нас ретрикс алфавит, потому что никому нахуй не надо. Ну, ты наши заберешь эти десятку всем. Тапочки вот эти, кто хочет. Можете долбануться. Да? Почему он пишет как надо? Почему он пишет? У него минставка, миншаг, и все, он больше ничего не пишет. Что я не так сделал? Да? Вот он. У Сони Эриксона лут собирать, так
Так наши ты не сможешь забрать, потому что ты, наверное, не был у нас на этом боссе. Прист... Если шея следи туда. Прист, подходи к Соне Эриксону. Там чипок стоит. Быстренько забирай тапочки свои. Держи. Тут, ребята, момент. Вот отсюда красный слизень появляется. Если он вас в цель убирает, вы должны от него убегать. Вот же в куклу ты досядешь. А я в ДДшке, да? Или в танке? Ты в ДД, зачем тебе в танке? Тебе в конце надо, то есть, ну, ты помнишь, да, заряжаешь? Внутрь. Да, помню. Только не проеби красного нам слизня. И потом тебя выкинет и бей босса обязательно. Не умри только, и все. Окшам готов? И не забудь Окшам поставить тотем от сил природы там по площадке, ну, чтобы он до всех доставал. Ну, а чё? Я там. Орки, когда у босса лям останется, перестань его бить. Да, крайне, когда лям остается у босса, ребята, лучше не бейте. Режим кифула дали, бурст максимально по боссу. Вот только у орки просто грань, больше никого нет. Походите меня, два палечка есть. Да, и куклу не забывайте, ребят, хотать. И мурага это подрегенит очень сильно. Прям весь бой хотайте. Я лучше другие графика этой маленько. Да нет такого. Да, они какие-то ярко токсичные, что ли. Тебя монитор новый. Стоп, по боссу остановили урон, милики в зеленом побежали, побежали милики в зеленом. Милики в зеленого побежали, вот вам черепок стоит. Отлетаем к столу быстренько сейчас. К столу отлетели, сразу навалились милики. РДД сразу бьют. Сразу все навалили. Добили и в профа играем. Ну да. Да вряд ли из-за монитора прям ярко-салатовая такая лоба стала. Не-не, такие же были. Понятно. Сейчас тут его держи, никуда не войди. Окша. В лицо бейте, сейчас колбы, пельмени полетят, готовьтесь. Не ловить ни колбы, ни пельмени, ни то, ни другое. Чё от войне? Там это Санвар, если ты будешь в спину бить, больше ДПС будет. Босс. И как только красный, все РД в красном, милики ждем с ним. Весь рейд в красном. Один Брелка набегает. Свой этот жми, Брелка. Защиту от магии, от темной магии. И в профа. В принципе, можешь уже нажать. Ну или на следующий, как замедлишь. Милики. Спиной к столу в зеленого метка стоит, как стоит. Теле у стола стоим, ждем, у стола стоим, ждем, у стола стоим, ждем, у стола стоим, ждем. Все дальше бьем. Служи вышли. Рейд сейф, рейд сейф, рейд сейф. К столу отлетели, прохилили рейд. Сейф есть. Подняли рейд. Стоим, ждем. Опять навалились. Навалились, навалились. Все, сейчас до конца наваливаемся. Еще раз навалились. Еще раз навалились. Отлично. Не ловить? Пельмени не ловить? Этот... Азерет, подними Брелка, но Луни Дог подними паладина нам. Сделал, да? Он же зарядился? Да, разрядился. Ну все, хорошо. Красного играем? Положили. Засасывай сейчас жестко лужи, прям быстро все. Че, мы не успеем, да, профа перевести? Ну ладно, тормознем тогда, ребят. Не успеваем перевести. Чуть-чуть побили, чуть-чуть. Ну по колбам не бегайте. Ну что такие бомжики-то? Стоп по боссу, я сказал. Стоп по боссу. Стоп по боссу, стоп по боссу. Отведи его подальше. Берегитесь. Они его заклеивают просто нахуй сейчас. Милики сюда. Идем к зеленому. Спиной к столу встали. Вот же постарайся высосать все лужи сейчас прям.
проф, а вини сюда, профа. Сразу навалились, милики, сразу навалились. Сейчас колбу поставит. Переводим босс. Отжиг сколько? Хотя бы одну до конца добей и туда соси. Переводим быстро. С пельмени отойдите. Одну достал, сколько не успел, ну влево поведем, ладно. Не, должно успеть, у нас ТПС умрет. Да, я просто для комфорта глаз своих всегда прошу уже добить. Он там колбы скоро поставит, милики, в лицо бейте. У нас бейте нету, ебать, ну ладно, бейте. Отжиг, если чё, ты на рейндж отойдёшь. И с рейнджатом пейстака заберёшь. Первый стак. Гер... А, не надо ещё, да рано ещё гер. 5 секунд плюс. Второй стак. Как откатится, ну, как... Это, у нас-то на шире в танке, мы успеваем. А, ну точно, точно. Ну всё, тогда ты на шире будем. Всё, я забрался, поп, не больше не бей, чтоб не сорвать босс. Да-да-да, ловко. Там колбы сейчас будут, миленькие колбы сейчас. Да, вот же, не бери, забирай босса, вот же, не надо. Сдохнешь, не дай бог. У нас еще там есть танк. Да и мы и так успеваем даже. Лунный док, ты шо? Позор у них. Милики, ну я же говорил, что сейчас колба будет, блядь. Вы под дебафами прям пол рейда бегаете. Шире, забери босса, да, шире, держи его на себя, все, держи. Никуда не войди, не надо, не надо, не бей. Служи, только служи, выведи, а больше не бегай, да. Пиздец, ни одного дебафа не вижу, нихуя не настроил. Как неудобно, это ужас какой-то. Че, Оджи, сделал? Да. Надо кому-то, может? Сделал. Маг хотел там. На тебе, маг, помнишь, что ты хотел. А, друг раз, хотел. Раз. По одному он тут. 2-2-2. Ну, сдавай, бери, ну, бери новый просто. За один рейд все сделается. Как там оно называется-то? Любительный газ, да, или? Мутирующая чума, что ли? Не, не то. Колба, пельмени, колба. Пельмени вязкая гадость, а колба как называется? Химическая колба. Ну да, желтенькая. А вот, да, химическая колба. Там это Санвар, и да я в принципе вообще никого не видел. Когда зеленый вылезает слизнячок, ты встаешь мордой со всеми меликами зеленого слизнячка и жопой к столу. Да, хорошо понял. А быть че, он все не играет больше? Вот, не игрался. Он тебе не писал, да он мне писал, короче, у него это. Он типа восстановился после травмы, что ли, он написал. Он считает, где-то футболист какой-то. Короче, сказал, что будет реже появляться, типа, сори, там. Он мне еще неделю назад, по-моему, написал, я сейчас вспомнил. Травмированный. Ну да, пока травмированный был, сидел дома. А, тьфу, футболист, ну хоккеист, ёпта, о. Да, почти одно и то же, да. Какая хер разница, да? Ну, он озерет правильно. Не, ну вы прям это... Порт это заебись. Задротовые, комнатные. А я только литр бол уважаю. Понимаю. Зря, чем ты занимаешься, каким спортом? Так литр бол, блин. Видишь, ты и судить-то не можешь, ты. Кругозор такой, какой-то маленький. У нас в рейде дети вообще-то, вот там это, цензурили бы.
Во. Паладин зато вот это услышал. Что мастаунт вообще непонятно. Я взял в таргет командира, нажал в него мастаунт, он стаунтил всех, кто ближе ко мне, командира не стаунтил. Чё может за... этот личи не повешал на него в этот момент свою залупу? Нет, не было. Он не по цели работает, Войт, он работает и так, и сяк, в двух направлениях. В смысле, по мобам тоже его дают, если чё? Нет. Если моб находится в бою, на нем сейчас комбат, ты даёшь по мобу, и моб забирается вот этот, по которому ты дал, и все те мобы, куда смотрел тот же самый моб, если вот ты даешь по мобу, он смотрит, например, в меня. И если в меня еще два моба смотрело, он и еще два моба тоже сагрятся. Охуеть, хилы, как там? Как дела? Дымить. Ебалом в пол лежишь. А, у нас хикаши, что ли, хилы, что ли? А, там еще мобчиков надо убить. Они там в чате важные вопросы решают. А, понял. А, ну я вижу, что по мне вообще... Ой. А, ну один хил со мной в чате разговаривал. Все, я вижу только омоложение от друида. Понял я. Подымите еще, ма, кушайте рыбку. Я тогда пойду келя держать, а ты это. Угу. Завтра, ребята, РТ не будет. Может быть, десятку как бы соберу, если настроение будет. Но ничего обещать не буду, сразу будет. Что-то у нас далеко там кто-то. Ланидок, Ланидок. Ну, он писал. А. Дома, чё? Да это пристабав. Помешки. Бахните на стаминку там. Всё это хуйня. Ну, я банку выпил. Да я просто нам даю пал там. Почти то же самое, только чуть-чуть похуже. Станцию наберите друг от друга. Там дорама играет. От огненного шарика убегать не надо. Так ДПС почему? Теряете. Зачем? Они потом будут так же в хэви бегать. А если я еще пойду по крепорт напишу, нахуй. Вдруг у меня отстрельнет. Угу. Это даже вредит на самом деле. Он же не разрядится по дороге и как ебанет. Как же у меня горело раньше, когда целка ходили, это пиздец. Когда ваншотный шарик улетал? Наоборот, когда нихуя не работало, блять. На лайне кучи, блять, стоят, ну это пиздец. Ой. Меня прям просто бомбило раньше. Пойдем подведем там, посмотрим, как там у Санджо по сферам дела. Пойдем ворвемся, а то половина тут осталась со мной бить пустого босса. Пойдем ворвемся.
пацаны, похильте, пожалуйста. Еще похильте. Еще сильнее похильте. Спасибо. Че, на приста пошел? О, я пароль еще. Ну да, на приста. Че ты на шире? Настало твое место. Твое время, точнее. Надо кому-то. Сколько не было? Есть? Покажи Вихарева, а то у меня что-то не пока. А, ты же это... Ты же его забил. А, слушай, а с тех боссов был... Я тебе отдавал осколок? Я не помню. Я лут не помню, чтобы... А, ну все, окей, ну все. А то я не помню, чтобы что-то отдавал. Ну он же проверяет еще постоянно сам. Все правильно, так и надо. Ой, тут тактик есть, а я что-то заворвался. Уже справимся. Я в сети нету. Да я это забыл хилбот. Убить. Ты можешь в холле, зачем тебе в холле хилбот? А, да ты просто настаиваешь на децессе, давай. Я настаиваю на том, чтобы рейд не сдох. А. В каком спеке он не будет умирать, мне вообще похуй. Ребята, преимущество. Блять, приоритетно тактиков слить. Пока они на мне еще пытаются висеть. Кое-как. Потом уже все остальное умрет само. Зачем Асиша переименовал гильдию? Костоин, души. Че, квест будем делать? Ахиша, что ли? Так они распались же. Ну и раз это и создали новую. Точнее та, которая была оживить. А-а-а. Ну то есть, типа, он, ну да, типа ГМ это не сошлись. Ну, правильно. Пережили под команду. Так идите на сумму, ну или за сумму, желательно второе. Каким образом мы будем делать квест, давайте я вам напомню. Сейчас я влетаю вместе с Оджиком в босса. Оджик ловит зеркало, отходит. И ты на шире сразу подходишь на зеркало, встаешь в меня, Эриксона. Никто не бьет босса, пока Оджик первый укус не поймает. То есть, стойте, бейте команды, когда я скажу, начнете бить.
До этого момента бить не надо. И ретри паладин, поставь ауру от тьмы. Твой мастер аур по команде потребуется от тьмы. У него же есть мастер аур? Да, у него есть. Ну, кому-то... Да нет, вроде у всех там хватает. Все, поняли, да, по квесту? ДДшки, что ли, попробовать? И танк кто-то. Можешь в ДД быть, главное не сдохнуть. Ты же сейвы свои умеешь жрать, зачем тебе быть в танке? Всем все понятно, даю отсчет. Никто не бьет, напомню. Еще раз, кроме Оджоли, бежим. Поймал зеркало. Оджи, подойди ко мне ближе. Мне ближе. Кто-то еще тут с нами. Все, вот, я поймал. Иди сюда, Оджи, бей босса, очень сильнее бей босса. Сильнее, сильнее, никто не бьет. Никто, кроме Оджи, не бьет. Все отлично, все бьют босса. Все бьют босса, весь рейд. В кучке стоит, бьет босса. Приготовились, сейчас будет лужа. Лужу надо выносить будет из рейда к стеночке. По тактике, Крейзи Хан к стеночке. Это Брунгильд Приста здесь? Антифир повесь на себя, Приста. Повешай? Нет, нет, повешай антифир, пожалуйста, на Оджика, это ДК в третьей группе. У него зеленка. А, ну, мало ли. Она его не фирит в зеленку, он жмет зеленку перед фером, она его не фирит. А, да? Рахинрар, ну... Рахинрар. Что-то не убегайте. Мазда спелта и я дам просто. Сейчас кусать буду. Ну-ка. Дорка кусать. Я хря кусаю. Ну топ дамагера там не щит. Готовьте, сейчас лужа будет. Рахинрар. В ДБМе удобная функция, какая-то укусы в отдельном окошке вылез. Угу. И секунда до укуса. Да, 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 очень удобно. Раньше не было. Скоро ДБМ за нас будет играть. Походу. Кшам, Кшам побежал, Кшам. За боссом, остальной рейд за боссом бежит. На диспел. На диспел. Я буду кусать тебя сейчас, подожди. Станцию набрали. О, пал, жми, пал, жми, мастер аур. Ретрик, жми, мастер аур. Прохилите рейд. Что, мне не показало, что он нажал мастер аур. Мне показало, что он бабл нажал. Странно. Жопа ближе к телу. Брюс, выноси быстренько. И давайте Геру. Хорошо. Ты оделся, да? Т4, ну ладно, тогда буду знать. Интересно, он нажал мастера уже. А, да, он нажал мастера. Блять, а почему у меня дон не показал, что он нажал? Другой, в смысле, который кулдауны. Санвар, Санвар, выбежал, выбежал, Санвар, Санвар. Отошли от него, отошли все от него. Он там засрал лужу, по-моему. Санвар, надо реагировать сразу. Если у тебя ДБМ есть, он тебе кричит о том, что у тебя лужа и экран у тебя фиолетовый становится. Это, Оджик, ты укусил сейчас последний раз? Да, у меня все есть. У меня есть все, да. Кири. Орк, передай по боссу. Орки 100 бронил ДБМ есть по боссу. В смысле, он же все сделал. А, не, ну все равно там добить же надо, нет? А, ты про грани банную, точно. Да, да, да. Грани, да. Не бейте босса с гранями. Что, спелились? Я дал сейв. А, не дал еще, я жду уже. Вот теперь я дал сейв. Ну, все сделалось. Ну, сука.
Нужны значки кому-нибудь эти? Которые он охотник жил. Самовар. Вару. Порой самовар. В ЗДКП... Ну, давайте, пацаны. ЗДКП тогда. Поехали. Не хотите, да? Ну все тогда. А вот вижу. Черебасик, ну. Однажды мы с тобой сражались плечом к плечу, Кроп. Но ты оказался предателем. Иди же, встречай свою вторую смерть. И вот этот вот. Токен. Паладин выиграл. Сколько нету? Не было. Ну все. Че у нас два шамана будут хилить? Паладин ретрик у тебя есть спек хилан? Спекайся, паладин, летай в этом, в порталах. Частичку на босса, а хилишь лока с ником Вихрь. Летаешь в комнате, собираешь стаки вместе с двумя шаманами. Я на всех на вас троих поставлю меточки, чтобы вы друг друга видели в комнате, ну и на площадке. Эти трэш, ребят. Ребята, надо хилить. Чего же ты сдал квест? Да. Бейте девочку эту. Она пошла. Корова. Нахуй я тут в танке тогда хожу? Может, я это ретрик аспектнусь, у меня ретрик есть. Давай. Побью ретрик. Сегодня у меня не вот на шире нет нормального унятного для доспека. Ну, у меня пойдет для 25-ки, там 257. Трэш поразваливаю маленько на этой. На вальке. Так, чё я 400? Ой, осторожно, ребята, не умрите. Поставь ауру от льда, паладин. Нас комбо, да, мы пока не можем. А, нет, можем. Нет, пресно тут. Так, чё я дал? 400, это было за 8 боссов, да? Еще должен был. После короля. Бать его в рот. Я не развалю, развалю.
есть и быстро покончить. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы Сирена! Я влеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Соединитесь ко мне в этом упоении. Нападай, гроза плеть. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться... Тащи под босса там шляпу эту всю. Там шире. А, ты не спеклся этим? Да я это троил нахуй. Сижу. Бля. Те, кто пишу. Я пока не могу прочитать это заклинание. Может быть. Кому же под силу очистить это пристанище нечестивости? Благодарю. Впереди вас ждет много опасностей. Постарайтесь сохранить. Пепельный союз там. Колечко бисовое. Поехал. Что по масохе, пацаны? Пустить меня на опыты. Простите. Нахуй в танке стану, еще падну успеет. Ни у кого нету холомобота. У меня реагенты скоро кончатся. О, спасибо. Все. Реагенты. У нас все нормально, хилы готовы. Сейчас каску. И главное, что хилы готовы. Поехали. Можете хилить хилы. Я в бою добавлю остатки. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте зеленого дракона. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения. Хаса. Suppressors spawned. Ну, потанчите, да, пока я ДПС закину. Да, ты справился? Ой, я справился, да. Так-то удобно, когда вот эта вот штука есть. Потом можно посмотреть. Ну да, сравниваешь, растешь ты или озерет. О, в смысле нет. Не то, что растешь, а рейд, когда собираешь, можно глянуть, кто совсем малютка, кто уже может пойти там туда. Потому что всех не упомнишь, уже старый, хоть раньше всех помнил, но сейчас уже пенсия. Да и раньше увлеченность была другая игрой. Сейчас как-то не так скрупулезно все. Теперь это. Чик залез, глянул, все. Бля, у меня нет отчета с этим. Почему он сохраняет меня в другом детете, я не могу с друида посмотреть? Ну, можно как-то профили открыть, типа, толстовский. Толстяка отжали. И уводят куда-то за угол. Нет, это рекаунт. Видишь, типа, у тебя в рекаунте у меня 10 тысяч хп. Рекаунт говно. По details у меня там почти 16, по-моему, было или 15, что-то такое. А TXTM почему-то на рекаунте сидит. Утверждает, что точнее. Может урон, типа точнее. Т5 вроде как показывает рекаунт нормально.
4 не показывает он. Какой экстемп вообще? Details'и просто больше функций, удобнее отслеживать какие-то рейдовые моменты для меня. Так бы я тоже бы рекаунтом пользовался до сих пор. Suppressors spawned. Это тоже странно, типа вот Топ-фа, получается, в обычку вихрь дал 21 и 3к в прошлый раз. Сейчас он дал 22 и 3к. То он фолт и 5, там фолт и 4. Сейчас в прошлый раз у меня тоже больше было, сейчас меньше почему-то. Т5 вообще для ДТ такой хлам, вот, честное слово. Килы еще, да, сейчас вот Т5 вообще с Т4, блядь, сравнялось. Да раньше, помнишь, блядь, в Т4 там давали условно, ну, 20 тысяч, это прям в АУЕ, там, на Личе 22 хуярили пацаны. Вышло Т5, а не по 40, по 50, как давай ебашить. Я помню, Рога у меня был, знаете, два, я вот только докачал и купил себе это, там эти за АД или за что там было, два куска себе. Или где, короче, два куска себе дорогу лутанул, у меня голый Рога без нихуя, в 2 Т5, я 14 косых даю, нормально. Это за воронки, АД, ну... Да, да, за воронки, да. Поехали, Авала. Она излечилась. Говорит, вот это вот драконик. Я, говорит, излечилась. Насколок есть. О, что в этом рейде сколько? 3, да, упал там. Что-то мало на самом деле. Надо кому-то запястье. 4, нормально. 4, не один уже хорошо. Никому не надо, ни на какой аспект никто не хочет. О, может паладин на это, на 7-3 холиком останется. Минус бревно. Ну оставайся в холике, без разницы. Давай один пул. Не хочу, я хочу с первого пула. Ну ладно, я зайду тогда. Ну сейчас я этих дракошек попинаю только. И зайду тогда. Ставьте, пацаны, ставьте. Вы сгилили все. Ставьте. Там ставки пошли уже. Там это пал, если не впадло, останься до конца в холике. Синдру-то я все равно зайду, а на лича мне пуха бы нужна. О, вот, спасибо. После полтинника... А, то есть сотка, вижу, он Лонни Дог, первый поста, сотка. Дальше. Пися. После пятихатки шаг сотка, пацаны, будет. Сорян, что сейчас ничего Дон не пишет. Он, блядь, я говорю, я ничего не успел настроить. Я новый комп собрал, и у меня вообще все, весь интерфейс с нуля теперь. И завтра буду его настраивать, сидеть, надеюсь, к следующему рейду он будет у меня... как был раньше. 1к, нихуя, ломидок напал на кольцо. Он кота же кота был. Же делает на ингри, типа, блять, кот все, да. Ну и так для приличия спрошу, может кому-то это надо. Потому что ни та, ни другая вещь мне не надо. Я не вижу, что надо. О, задание? Всё, пока ивент идет, мы можем долбануться за что-нибудь, да? Зачем мы будем долбиться? Че у нас выпало? Сам пуха есть. А-а-а. Мейка на этот, на Синдру квест только что взяли.
Так, у нас чё, паладин, да, с ЛФГ, он, наверное, ему нужен. Кому нужен саван, рольте для начала. Мне кажется, Павлу нужен. Вижу, Павл ролит. Все, больше никому не нужен. Так, наш... Всё, получается, Павл забирает. Квест возле трупа в Алитре. Саван Павла забрал, так. Бля, я тоже не взял квест. Ну, эта штука. Такая вот за ДКП, кто хочет, берите. Вот если вы сейчас с этим лифтом забагаете мобов, изделие получите. Развернулся, похуй на квест. Сейчас, а потом возьмете свой квест, пацаны. Назад вернитесь, нахуй. Сходите, мы тех драконов бить будем, вы сходите, возьмете задание. Ивент пройдите, и потом уже со своим квестом разберетесь. В кучку, в кучку, в кучку. Вот этой хуйни не надо делать. Давайте. Чё, по пучине не дошло? У нас ничего. Ну, забирай палубу, раз пучина никому не нужна. Спок, тебе тоже не надо это оружие 264. Хочу с ласта, не на нахуй. А у тебя какое стоит? У меня с ТГшки 258. Я типа либо с лича сейчас получаю, либо с лазета. Либо ТГшная апну. Понятно. Ну он же этот, престом был вроде еще. Так. Да, тем более. Для паладина было бы ЕДС анрол в гильдии. Ребята, кольцо вот такое. Сейчас, подождите. Ой. Кольцо за ДКП кто-то хочет? Я вот хочу, например. Вижу сотку, нихуя, вот чё, пацаны, заработать денег решили? Сколько у меня ДКП есть? У меня 5000. Поехали, ладно. Ну все, тратьте нахуй дальше. Я еще потом займу просто у кого-нибудь из вас. Трёшку мне отдал. На, сука, вспомнил, дай обмен. О, Брюс, пятерку же торчишь, по-моему, да? Пошла жара. Нихуя развели вара на бабки тупо. Только двадцатку накопил, блядь. Ну. Я как раз по бабкам просел. Ты где там? Где ты? Вот, вижу. Я с тобой бегу. Так, идем дальше. Соберешь трэш, пожалуйста? Да, я соберу. А, ну все, тогда, пацаны, остальное бое попозже. Раз меня танчить заставили. Я просто хочу это подготовиться. Так, я квест пойду возьму. Сейчас мы накрутим. Тут, тут, тут. Ну я его удержу секунду, потом все. А тебе не понадобится эта секунда. Я ударю один удар, все. Вы главное это. Я не знаю, там для приличия бомжей призовите. Что там, квест пошли, взяли, да? Сходили? Я бежу, бегу вот. Во, давай, в одну точку компоновал. Там у нас стоит, хватит залить, нет? Или... Да, 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 хватит, хватит, я в соло его сел. Это да, веду. Ты сейчас в соло, по-моему, корону получишь, бля, ощущение такое. Не, быдло не надо. Минусанов. Дал гнев и покрестился. А, каплю. Я не обогнал лоджика, лол. Сколько ты дал? Ну, что-то 104 потолок был. Нормально. Маловато. Ладно, я пошел на приста, короче. То у меня в бою не переключается. Надо тоже настраивать этот момент. Там тебе идемка дается то на шире. И когда у босса остается там, ну, допустим, условный 1 000 000 хп, там, да, 2 миллиона хп. И эту идемку наживаешь, смотря в босса, и все. Типа идет зеленый лучик, и у вас таких кексов, если человек 5 нажмет, типа, вы настакаете на боссе. Штучка такую. И, типа там стаки висят. Как стаки, типа, настакаются там.
зелененькая хрень активируется, и вы такие добиваете. И потом итемку еще не просрать. Поднять способ. Наш 600 хп майка, она везет. Он не убьет, то на шире надо саппорт тебе. У тебя есть саппорт? У него плюс своя, там это, драконицкая. У него саппорта будет больше, чем у тебя. Владин, холик, поставь ауру на лед. Если рейд просаживается по здоровью, нажимай мастер ауру обязательно. На каст аура у меня будет стоять. Она достает до рейда. Я польщена. Ну, который ретрик и сейчас холик. Типа тот паладин, короче. А, стоит. Оля. Что-то ты далеко просто, да? Да? А, ну-ну-ну. Ты тоже за квестом пошел, схожу. Uh-huh.